изначально с Наиль Байзитовичем говорили о том, что нужно как-то развивать разные направления. Есть движение «Хардрок», которое объединилось с ДЛ, да, и вот пришла одна из идей создать клубную лигу. Клубная лига что под собой подразумевает? У нас есть как бы лиги, да, клубы. В каждом клубе есть чемпион. Мы решили все эти клубы объединить в одно целое, с каждого клуба взять лучшего и провести среди них финальный турнир. Не все могут ездить на ИДЛ, да, но вот здесь, в клубной лиге, ты можешь отобраться у себя в городе, приехать, ну, так звезды сойдутся, ты выиграешь, дойдешь до финала, и тебя покажут на сцене ИДЛ. Как бы не у каждого это получается, здесь это можно сделать сразу напрямую, да, это первый плюс. Второй плюс то, что все проходит на твоей территории, все играется в твоем клубе, ты можешь это все отыграть турнир, выиграть, приехать в Москву. Отбор был невероятно сложный на самом деле. Я просто был на волоске от того, чтобы не играть завтра, но благодаря, может быть, какому-то опыту и не знаю чему, может быть, там каким-то просто неземным силам смог отобраться. В Калуге вообще дартс уже достаточно давно, но сама лига регулярно начала играться, наверное, пару лет назад. В том числе мой приезд туда поспособствовал этому, потому что те люди, которые хотят как бы большего, да, от дартс, они хотят каких-то успехов больших и так далее, они видят, что я к ним приезжаю, как бы, да, есть к чему стремиться, и они, соответственно, уже после этого понимают, что, допустим, приезжая на такие лиги, как ADL, они понимают, как бы, ну, к чему надо быть готовым. В 23-м, да, я вернулся с Крыма, когда уже в 22-м там период вообще не играл, и приехал на первый Hard Rock Open, который проводил Борис тогда зимой в Аниме. И я вот тогда приехал после большого перерыва и понял, что дартс – это навсегда, и он всегда в моем сердечке. И то, что... А на тот момент не было в Саратове играть вообще негде. Я вернулся, в Саратове дартса не было от слова совсем. Я просто загорелся, я прошелся по заведениям, нашел заведение с большой площадью, договорился. И дальше уже было все дело техники. Все было просто. Наша клубная лига, она организовалась на базе московской тусовки тех, кто изучает иностранные языки. В нашем клубе много иностранцев. Мы собираемся в ирландском пабе, поэтому мы так назвали себя ирландцы. Турниры небольшие, 8-9 человек. Обычно мы две группки плюс плей-офф играем. В гости к нам приходили и Борис Кольцов, и Дмитрий Горбунов. В ирландском пабе под вечерок мы бросаем мишень, играем. Лига для новичков. Вот набор средний там небольшой, там 40, хорошо, если 50. Но, тем не менее, прогрессируем, вовлекаем людей в дартс и, прежде всего, прививаем философию дартс. С 2024 года у нас образовался вместо Калининского района Калининский округ в Тверской области. И руководителем стал у нас Румянцев Сергей Александрович. Сергей Александрович сам бывшим спортсмен, и, естественно, одна из приоритетных задач было создание и развитие спортивной инфраструктуры и вообще спорта в округе. У нас появилась возможность при нашем клубе организовать отделение дартс. Нам повезло, конечно, что в Калининском округе Алексей Кадочников живет, Прялкин Андрей, работает уже больше 10 лет, Дима Жаворонков. Но я так могу сказать, что на первой лиге, когда наши ребята пришли, вот просто один парень подошел и говорит: Михаил Михайлович, я просто мечтал не то, что сыграть с Алексеем Кадочниковым, а просто сфотографироваться с ним. А теперь у меня есть возможность с ним даже, ну, понятное дело, не побороться, но, по крайней мере, ощутить всю прелесть игры, играя с топовым игроком. Таких игроков я называю паровозиками. Друзья, имея таких паровозиков, как топовых игроков наших, мы тем самым передаем все нашему подрастающему поколению. И я считаю, что именно топовые игроки могут оказывать неизгладимое впечатление, придавать силы, придавать энергии для дальнейшего роста и совершенствования нашей молодежи. Уфимская дартс-лига довольно молодая, но игроков уже опытных много. Вот сейчас у нас сыграл парнишка в ADL. Димке Жаворонкову дал бой мощно, 6-5 проиграл. Очень много подающих надежды студентов. В принципе, народа много, хорошо играют. Есть интерес, стабильно набираем людей.
Я пришел в этот клуб, и он уже активно 3 года развивался, и я просто к нему присоединился. Стал активно сам лично развиваться, участвовать в соревнованиях в Казани. Люди стали тянуться, то есть я так стал неким таким флагманом. И тут люди, им интересно. Плюс еще создание IDL подтолкнуло. Я удивляюсь тому, что очень много людей смотрят на самом деле дартс. Пусть они не играют, но им это очень нравится. Здесь просто нужно самому играть и показывать своим примером, и тогда люди тоже начинают присоединяться к тебе и идут за тобой. У нас есть замечательная мама калининградского дартса, и большой привет, это Ира Иванова. Она его вместе с Ромой, если я не ошибаюсь, Ешеницыным организовала где-то там в 15-м плюс-минус году. Замечательное место, замечательных людей. Мы потихоньку на человека в год мы растем. И там все, кто действительно любит дартс. Последние несколько лет я в Кёниг Дартс Клабе лидер. Но это не говорит о том, по российским меркам я продолжаю расстраиваться. То есть уровень где-то чуть-чуть выше плинтуса мой. Дартс Лига, она существует с 2010 года. Я там, значит, где-то третий сезон выступаю. У нас собирается хорошая компания, веселая. Очень хороший коллектив. Ну, прежде всего, это большинство это болельщики «Спартака». Здесь я первый раз приехал. Ну, и для первого раза я считаю, что нормально подошел до топ-16. В общем, сегодня игрой я доволен. Наша дартс-лига имеет уже очень большую историю, наверное, в течение 18-20 лет. Потому что сейчас был у нас 40-й турнир. Турниры у нас растягиваются на полгода. Начиналась она как из нескольких человек, а сейчас уже разрослась до высшей лиги, первой лиги и открытой лиги, в которой играют в один день приблизительно человек по 60, по 80. Наша лига самая крутая в том, что у нас самая неформальная обстановка. У нас все это проходит в баре. То есть мы получаем удовольствие от дартс и от самой обстановки. Нас посещает в среднем на этапе больше 20 человек. К сожалению, представителю второго тюменского клуба Tumen Players нельзя, потому что у нас 18+, это строго. Но парень отобрался от Tumen Players. И это очень круто, что у нас в городе два разных места, где можно отобраться на такой крутой проект, как клубная дартс-лига. Много игроков классных, и не до конца понимаешь, кто может выиграть эту лигу. Поэтому я и хожу играть. Первый клуб, он для всех, а во второй клуб меня не пускают, потому что мне нет 18 лет. Но зато я пользуюсь ситуацией и в своей дартс-лиге стараюсь выигрывать всех. Я на каждую игру всегда настраиваюсь, недооценки никакой нету. Идея возникла уже давно. Ну, как бы открыть именно дартс-клуб частный свой. У меня есть помещение свое, поэтому мы начали как бы заниматься с подачи Бориса Кольцова, мне сильно очень в этом помогает. Это частный клуб, сейчас на 9 мишеней. А ну, красивый зал. Считаю, что в Москве самый лучший. Хороший дизайн самого клуба, обстановка. То есть никаких там, не как в барах проводят, когда люди ходят, официанты ходят. И это будет все для спортсменов. Я представляю Moscow Training Darts Club, его организатор Паша Швецов. В принципе, почему я играю от этого клуба? Мне удобно туда добираться. Очень хорошая организация в плане того, что формат отличается от других лиг. То есть формат играется по уровню игроков. Почему такое название Moscow Training Darts Club? Потому что ты тренируешься примерно со своим уровнем и получаешь какой-то опыт. Планировали играть в Волгограде, не хватало турниров. Эта лига назревала, скажем так. И вот так удачно совпало, что клубная лига предложил вот такие условия, которые нас вполне устроили. Единственная проблема, у нас не было помещения, где играть. И вот эта проблема тоже решилась достаточно быстро. Мы нашли клуб бильярдный, где ребята, организаторы сами повесили мишени. Мы только помогли, скажем так, технически, скажем, как лучше сделать, чтобы было удобно играть игрокам. И новые мишени, и свет, атмосфера, все устраивает, все супер. Спасибо им, бильярдный клуб «Подвал». Было сложно отобраться. У нас есть очень титулованный спортсмен в Пензенской области. Это Муковин Александр. И с ним мы, собственно говоря, играли финал. И счет был не в мою пользу сначала. И пришлось очень постараться для того, чтобы отобраться. Поэтому вы не думайте, что это было легко. Но это новое медвежье
дартс лига. У нас есть традиционный турнир «Снайпер», который проходит у нас в Пензе, либо в Заречном, в Пензенской области. И по этот дартс-клуб, вот он назвался созвучно с этим турниром «Снайпер». Ну, наша дартс-лига совсем новая, и, в общем-то, это прекрасная, мне кажется, идея, поэтому я здесь, наверное. Идея Александра Ермакова о том, чтобы создать лигу женскую, в которую привлечь максимально интересных, сильных игроков в дартс среди женщин. Она пока малочисленная, наша лига, но все равно нам интересно в ней играть. Мне кажется, что мое участие в клубной дартс-лиге, это будет некоторой рекламой для девочек и для женщин, чтобы они приходили и играли в нашей лиге. Наш клуб, мне кажется, самый лучший по дружности, наверное. У нас такой дружный коллектив, благодаря которому у нас и появился и наша дартс-федерация, и наш клуб. И наша команда, благодаря которой мы ездим везде, мы друг друга всегда поддерживаем. У нас 16 мишеней, и сейчас у нас появилось 16 планшетов. Так что теперь мы готовы играть в электронной форме, как на EDL. Наша лига самая лучшая, самая крутая и недалеко от Москвы. Я долго шел к этому вместе со своей супругой, и мы решили основать заполярную дартс-лигу. Хотим дальше объединить Федерацию дартс Норильска и Заполярную дартс-лигу, поставить ее на законную основу, будем так говорить, непосредственная поддержка и оказание всесторонней помощи. Уже проведены предварительные переговоры со стороны Международной дартс-лиги, и на основании этого всего фундамента будут объединены предприятия города Норильска, Норильского никеля, соревнования между рудниками, соревнования между предприятиями, благотворительные выезды в детский дом. Мы находимся в таком регионе, который далек от всего этого, чтобы хотя бы победитель тех или иных соревнований имел возможность приехать сюда и поучаствовать в этом действии. Ведь дартс – это игра друзей.